больше было интересно. Может быть, ты не сможешь подписаться в Лондоне? С хорошей скидкой, ты мне скажи, на что я могу рассчитывать, потому что нельзя с хорошей скидкой. Ну, типа, чтобы человек не может. Типа, хотя бы несколько часов. Максимально, чтобы... Ну давай 10 тысяч рублей, вот, а нормально сразу перепасть, я помню, это будет 5 тысяч. Давай, а сегодня. Главное, давай, ты где сейчас? Иди, я сейчас пойду в спорт. Что мне делать сейчас? Скажи, я нужен там. Алексей Хавин. Ага, слушай, да, далеко ехать. Thank you.
Thank you.
сейчас бы микс, вот на эти штуки, по столовую, на ракетку еще. Ну да, 2.5 часа. И микс тут на площадочке. Семейный парк. Следующий раз. Yeah.
завтра перед отпуском последний рабочий день. Ты ближе, ты не где-то? В среду. Так, седьмое, это суббота. Значит, в четверг вылетаем. Вот. И возвращаемся потом. Ну, примерно через неделю. 13-го. Нет, да. То есть пять. Ну, то есть в воскресенье тебя не будет. В этом воскресенье будет. Я просто. Следующий. 5-го вылетает, 13-го обратно. Да. Слушай, а на сайте первого канала там 200 минут, 200 минут, не наш.
Amen.
Thank you.
начали играть. Ну, давай, давай, давай. Thank you.
Thank you.
Все, как официально.